кусочки, блядь. Это для чего? Это не знаю, что правило всегда. Это подарки для близких. Большие люди. Это для близких. По законам других. Любовь близких. Закончилось как бы. Да, 4 бутыля ушло.
после того, как я полтора литра выпил в пещерах старице, под землей на глубине 15 метров, я буду полтора литра водки и пошел гулять, короче, один. Я вернулся обратно, а остальные не знаю где. Стали мы тянуть ветер, и с кем ты будешь, ты более там, ты не твой лайк.
Шмайл, сука, еще блин. Ты че шмалишь, короче? Шмайл. Бля, мало водки, че за хуйня, блядь. Ты вот заебались, как можно пить, блядь, черт, я нахуй вообще. Ты на себя посмотри, ты трезвый, че за хуйня? Куда, блядь, делась ручка? Почему здесь? Вообще, блядь, пиздец.
Зиба мне охуенно. Ты просто, блядь, Лёх разлил, блядь, какую-то хуйню, что-то там пил, блядь, ты просто, и просто Лёх, блядь, тебе охуенно. Не весь он меняет, я, блядь. Сука. Серега, передай привет маме. Мама, привет. Вот. Какого ёбища, блядь. Да, это называется комплекс Волжский берег. Вот, говорит, там Стрелочник, говорит, вот Волга, говорит, вот Пролетарка, вот, говорит, Центральный район, Заволжский район. Тебе! Теп! Хлеб. Хлеб и шашлык. И... Теп! Понятная жидкость. Вот примерно. Теп! Вот так... Серёг, по-моему, тебя нассали, блядь. Не-не-не. Теп! Тимон! Теп! Сука! Брать! Это пиздец. Эй, давай ещё. Куда? Давай, я сидел до этого, всё нормально. Я даже не могу ляжки не сижу. Туса получилась... Охуенная, да. Ваня даже успел построить дом.